Друзья, всем привет! Сегодня прекрасное утро. Светит солнышко. Вот вам солнце. Монитор. Время у нас без 15:05. Сейчас поедем за малиной. Ветер просто фантастический. Надеюсь, вам слышно. Оживел ягодку, попробовал. Вон они, такие красивенькие. Но пока не спела, еще не сладко. Вот такой красивый, уютный муравейник. Очень интересный. Друзья, у нас обеденный перерыв. Сейчас покушали мы вареники, пожарили здесь. Очень вкусно. Сейчас чаек кипятим из лесных трав. Все. Все вскипел. Сейчас поменьше сделаем. Пускай настаивается. Ну вот это аромат, конечно, лесного чая. Он непередаваемый. Ребята. Как он пахнет. Вот это запах лесного чая. Обалдеть. С обеденный перерыв с тортиком. Смотрите, какой чай. Вы бы знали, какой аромат. Зеленый прям. Иван-чай. Дает. Прям терпишь такой. На. Держи. Осторожно. Ну. Так, вареньки сначала, наверное, доедим. Ну да. Гнездо нашел. Чего? А фиг его знает, что с птенцы, не понял. Сижу. Сижу, копаюсь, что-то пипик, ну что-то. Теперь к ним никто не подойдет. Так я же их не трогал, что. У нас все погрелось. Сейчас. Если бы на них там продолжим. Какой-то запах остался, другое дело. Трапезу. Есть у нас тортик. Тортик в лесу. Медовый. Медовый с иван-чаем. Класс. О, как он блестит. Как он хочет, чтобы его скушали. Да, да, да. Вон они сидят. Так, осторожно. Вот, видишь, вон гнездо. Батюшки, какие маленькие. Где? Аккуратненько только. Вон. Шибко сильно не приближайтесь, наверное, чтобы запах их там не оставлять. Вон они, да? Видим.
мягкому ковру. Молненно. Небо вам сейчас покажу. Тучи. Величественные тучи. И уходят они туда. Кабанчики бегают здесь. Немало. Все изрыто. Времени. Обед готов. Ой. Идите кушать. Батарейка села на камере. 3 минуты осталось записи. Все. Выходим из лесу. Секретного места. Мы собирали ягод. И грибов тоже. Вон.